Так, фермери, приветствует вас фермер Украины, пожалуйста. Братуху неожиданно встретил в поле. Джангир. Да, Джангир. А что за аппарат, кстати? Не вы, это Витя, братуха, приехал. Это едет на поле тут. И мою землю. А мы взять за лес сюда. Т-25. Оце так и сделали, да? Т-25. Ну, я думаю, что такое. Ну, кабину якусь, наверное, отдельную. Так, отлично. Ну, бачите, сколько тут все занято. Короче, вам и не снилось таких фермеров. Не понял, а ты тут как это, слушай. Документы, ты агроном, чи что? Трактор дорогий. Это смат наш, это смат уже через... Через зятя и сестру. Так что буду діти бачить. Їде в поле і встреча такая, неожиданная. Да, так показати. Що, Василій, тут що это? Це ток якийсь или що, да? А ти до сих пор варишь оце? Да. Ну так і вода. Кажу, невже тут бачу вроді та ця. Ка невже то маска, щоб варити? Ну все, слушай. А наші люди молодці, я тільки вчора через Румынию. И чудеса творятся, я же на траках сейчас. И говорю, там миллионы траков стоят. Ну, не миллионы, но тысячи точно. И ці думаю, ну что, твои уже в Германии. Да? Я знаю, что мы в Германии. Ну вот привет передаси, будем бачить, если что. А от меня ж, я же есть уже после Васи второй Игришко сиед иду. А что, Вить, я считаю, две велисках, я не знал, что тут это. Нет, тут, я же тут. Ника, что ты? Не, серьезно, что ты? Ну все, да не, что ты был? Нет, туда дальше. Буканчуком наполовину, дальше буканчуком. На самом деле, бату клубники, это, да? Это буканчука, буканчука. Там же знаешь, что бригада идет туда. Так это же я ему хотел возле показать ему. А, бачишь, я... Сегодня только приехал. Ну це тільки із Ваїлю вчора переночували, де через Румунію. Ага. Це мами пообідали і я там... Я передачу, він каже, пиши, що покажу. А я, дай я... Каже, це Вітя, Вітя брат їде. Та я його бігом сніму, це ж неожиданно. Знаєш, не це... то... І це... Я 8 років вже не бачу, нема мене це. Так... Я думаю, давай, бо я хотів пішком пройтись. Я дивився, Василій, над тобою дивився, все, я ж просматривав, все під контролем. Все нормально. І так взнавав, бо вже ніхто так вже і не взнаєшся. А потім вже чують, що там вже сват туди-сюди. Ну, це вже так. Ну, хорошо, братці. Фермерам все хорошо, 100% урожай. Вона, ця сівалка. Так, ото клубніки скільки. Ого. А там поле фермерське і клубніка. Що хочеш. Все помінялось, прийшло в частну собственность. 8 років не був тут. А кажеться, хто йде. Є прогрес, несмотря на війну. Ну, наші люди приспосабляться. Смотри, скільки поле клубники. Мощне поле. От це все. Я думав, що це картошка. Ні. От видно. Ну, зараз тепло тільки починається. Думаю, що вона чуть позже буде. Так, що все нормально. Тут зустріли друзів, стали сфотографували. Так. Вітя, брат, виїжджає в Фєвенську, поїхав на свої поля. Все, давай. Что-то брызгать будет, что-то тоже. Посмотрим, что он там має. Да, сколько лет, сколько не бачились с некоторыми. А сейчас уже побачимся. Так, ну что, братцы? Василий, рад бачить тебе. Может, уже побачимся. Тем более, что родственники. Да. Уже земля круга. Да. Бачишь. Все это оно. Даже не ваше есть. Слушай, я, кстати, покатался в ней.
Это для нас уже антиквар. Антиквар страшно. Интересно. А москвичону сесть бы. Москвичон сможет сказать. В Запорожье говорю, а что-то на том цикле с коляской даже. Костюм-сос. Хоть да. Ду-ду-ду. Дёрну чуть-чуть. Дайте. А ежак уже, слушай. Там вечно тембо. Тембо тут или возле цього, возле подножки или... Василя чуть позаводил. Все это. Так, ну добре, братці, все. Будьте живі, здорові, все хорошо, з Богом. Зажигання неправильно виставлено.